Из-за аварии сменился и график отключения горячей воды, а прессовку тепловодов перенесли на 2 дня. Гидравлические испытания в авиастроительном, Московском, Кировском и Новосавиновском районах начнут не 13, а 15 мая. В остальных работа стартует также с задержкой в пятницу 17 мая. Подробная информация и график отключения горячей воды на портале мэрии www.kzn.ru.